сразу же второй выпуск. Для меня просто, сами знаете, призраки, привидения — это крайне близкая для меня тема, поэтому «Призрак в отличном качестве» свершилось, называется видео. Но тут сам Бог велел посмотреть. «Паранормальные новости 12». Так, я проверю сразу, лайк у меня стоит. Все стоит, комментарии настрочите ему. Спасибо за контент, давайте посмотрим. Это очень интересно, про посмотреть про всяких призраков, привидений. Поехали. Спасибо, что поддержали предыдущий выпуск паранормальных новостей. Как я обещал, если вы будете ставить много-много лайков, смотреть от начала до конца, то я обязательно буду выпускать чуть ли не каждый день новый выпуск Паразон. Вот это пресс-эф. Моя мотивация в ваших руках. Итак, ближе давай, к братишка, делу. Давай. Много новых паранормальных аномальных новостей произошло за последнее время по всему миру. Кто, как не я, поведает о них вам. Я Зомби Чез, рубрика Паразомб Ньюс. Поехали. Погнали. Так, ну привидение это прям к нам вообще близко. Добро пожаловать, ребят, на канал, всем, кто только присоединяется. А также не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где ты... А еще есть телеграм-канал Hard Inside, ссылочки внизу в описании. Там нет рекламы, только оповещения и все инсайды по моей жизни, по моей деятельности, вообще по всему. Чтобы не пропускать стримы и интересные видосы, подписывайтесь тоже на телеграм-канал. Добро пожаловать. Найдешь все шокирующие и запрещенные видео ютубом, которые не входят в выпуски канала Зомби Чез. Казахстан! В Казахстане призрак девушки напугал автомобилистов. Чтобы избавиться от привидения, местные принесли в жертву скот и... Сразу скажу одну вещь. Совсем недавно снова себя это место объявило. Как вы знаете, есть в Московской области, не знаю, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то слышал, по-моему, на востоке, по-моему, юго-восток трасса, где очень часто люди видят постоянно каких-то попутчиков. Очень много аварий, по-моему, 2 или 3 года назад называли эту трассу, как она правильно называется, сейчас скажу. Не трасса смерти, а... Короче, там такое количество аварий, сколько, типа, ни на одной трассе в Подмосковье нет. И случаются они зачастую, потому что либо кто-то выбегает на дорогу, либо, короче, по каким-то неизвестным причинам люди останавливаются или в них въезжают. Короче, очень страшные аварии случаются. Поэтому я в это верю. Это вполне возможно, так как верю в то, что не столько сколько в призраков, сколько в то, что у дороги, у определенных мест, у воды, у вообще у многих мест есть фантомная память. То есть, возможно, когда-то действительно была какая-то авария, либо какое-то... Короче, место запомнило, что там происходило. Долина смерти. Вот вы молодцы, вы мне подсказываете, видите, многие знают. Долина смерти, да, это место называется. Давайте посмотрим и посмотрим, что же случилось в Казахстане. Прочитали молитву. Полиции пришлось провести проверку. В Казахстане уже несколько месяцев ходят слухи о призраке девушки, которая якобы преследует автомобилистов в селе Ханколь на западе страны. В сети опубликовали фото и видео привидения. Об этой истории написали многие СМИ, а некоторые выпустили репортажи. Местные жители рассказывали, что однажды призрак появлялся в кабине дальнобойщика, и водителю пришлось обращаться за помощью к психологу. Также привидение якобы стучалось в окна частных домов и гуляло по ночным дорогам, а все, кто его видел, заболевали. Дошло до того, что селяне провели жертвоприношение, чтобы призрак перестал появляться. Наконец, после всех этих ритуалов, за это дело взялась полиция. Полиция ЗКО завершила спецоперацию по призраку в селе Ханколь. Полицейские Западно-Казахстанской области заявили о масштабной работе, проделанной по поручению главы региона и... Полицейские завершили проверку села... Так... Одну секунду. А вот это уже интересно, то есть это вплоть до того, что уже на госуровне, то есть это даже гаишникам сказали разобраться в ситуации. Ну просто так я не думаю, что...
Слушай, ну если в кабине, ты представляешь, в кабине автомобиля, в салоне у тебя будет такая херня появится, но это просто забейте. Эта кукушка просто отлетит. Алга, Казахстан. Призраком. И здорово, сняли парни на видео каждый свой шаг, чтобы доказать, никакого привидения не существует. Прежде всего, полицейские отметили, что у въезда в село Ханколь нет асфальтного покрытия, как это было показано на этом видео. Они встретились с жителями поселка, некоторые из них подтвердили, что никакого призрака не видели. В итоге местное отделение полиции сделало заявление, в котором попросили жителей поселка не верить слухам. Видео впервые появились на канале YouTube, также все эти кадры с призраками в селе Ханколь являются постановочными. Или нет? Кто бы что ни говорил, но селяне убеждены в существовании здешних призраков на 100%. А вы что думаете, видео фейк или нет? Слышь, Стёмыч, посмотри, сколько билет до Казахстана стоит. А в Казахстан? Там же свободный, да, въезд? Фейк. Чё-то меня прям заинтересовала эта история. Может, туда лупануть, слышь, Стём? Может, на сутки слетать? Проверить? Там не город, там деревня, знаешь, как называется? Село Ханколь. Ханколь. Нет, если вам, конечно, интересно. Ну чё, вызов принят, чи не принят? В паблик просто в их. Так, пацаны, Лех прилетает. Тебе завтра надо вылетать. Завтра самолет уже летит. Бля, они ж поставят мне что-то. 70 тысяч мало, слышь, я не хочу ночью по дороге ходить, страшно. Сейчас в Казахстан просто так не пускают, пишут. Ну, да. Подождите, ребят, тогда отбой. Надо узнать, ребят, подождите, а то я сейчас вам пообещаю. Я бы прям в прямом эфире по этой дороге прошелся, я вам отвечаю. Сзади бы машина ехала. Ну, чтобы фарами подсвечивать. Я прошелся по этой дороге. Я так понимаю, там участок, ну, не такой большой. Блин, люди пишут, только к родственникам из РФ можно. Либо на корону сдать надо, но мы сдадим на корону. В чем проблема? Короче, нет, я просто не уверен, что пустят. Надо узнавать просто и все. Ребят, давайте я обещать не буду, окей? Это, ну, ребят, вы понимаете, меня что зацепило? МВДшникам просто так глава района не стал бы МВДшникам давать указания прочесать местность. То есть было такое количество жалоб, что люди видят. Ну, я не утверждаю, что это реально или фейк. Просто, ну, факт остается фактом. Если, ну, даже ДПСникам сказали прочесать местность. Короче, давайте просто, давайте по челленджу отбой по 70 тысячам. Давайте я просто для себя проработаю, может быть, вообще это вброс. Давайте я просто посмотрю. Тёмыч, запомни вот это место. Давай почитаем, просто постараемся информацию найти. Если реально это не фейк, то есть реально есть факты того, что постоянно видят, что реально проводилась проверка, я думаю, можно даже будет как-то это... Да, я понял. Окей, ладно. Давайте я проработаю, ребят, эту тему. Просто, ну, надо, во-первых, узнать, можно ли туда. Просто сейчас, ребят, пандемия, и не факт, что вообще меня туда пустят. Ну, типа, не пандемия, но начинается опять какая-то карусель непонятная. Интересно. Надо спросить у ребят с Казахстана. Казахов-то много смотрят, по-любому шарите. В Санкт-Петербурге пошел огненный дождь. Впечатляющие кадры попали на камеру видеонаблюдения. После яркой вспышки молнии, сопровождаемой раскатом грома, на людей обрушился дождь из искр. Погода в Питере, хоть и отличается постоянством, но периодически все же преподносит сюрпризы местным жителям. Дождь. В этот день в Санкт-Петербурге прошли сильные грозы с ливнями, молниями и сильным ветром. Очевидцы рассказывают, что часть улиц в городе оказались под водой, а сильный ветер повалил несколько деревьев и сорвал кровлю с крыш. Но... Питер, реально эта тема была? Когда видос выпущен? 13 числа, а сейчас 21. Слушайте, ну, вполне возможно. Было у вас, ребят, такое? У нас в Москве, ну, такой карусели не было. Была реально, да, была? Блин, ребят, смотрите аккуратнее, чтобы там никого нигде не прибило. Но это не самое страшное. Самое страшное и редкое явление вот на этих кадрах. Стоп, мы видим, как во время... Стоп. Возможно, попало куда-то в электричество.
Возможно, короче, ну, я думаю, что это во что-то просто молния попала. Я не думаю, что это огненный дождь. Я думаю, что во что-то попало и полетели просто искры. В провода, да, или еще во что-то. Я думаю, в это, в линии передач, ну, в электрические эти линии, в лэпы. Я думаю, что 100% так оно есть. Потому что слышно прям удар. Как, ну-ка, еще раз. Там, по-моему, удар, да, молнии был. Во что-то попало, видать. И искры просто посыпались. Бля, ну крипово смотрится. На тачку прилетело тоже. Мы видим, как во время грозы происходит резкая вспышка света, во время которой одна из идущих по улице женщин вздрагивает. Спасибо. Через несколько секунд на тротуар полетели огненные искры, повредив при этом проезжающую машину. Огненный дождь заставил людей в диком ужасе спасаться бегством. По одной из версий, разряд попал в металлическую конструкцию на крыше, и произошло вот такое жуткое явление. Может быть. Я один заметил, слышишь, чекайте мужика. Вообще похую, вообще просто, просто, вообще, вообще похуй, вообще, вообще просто. Дверь открыта, искры летят, вообще похуй. Лицо женщины вздрагивает. Мари, через фиксируй. Несколько секунд на тротуар полетели огненные искры, повредив при этом проезжающую Мари. Машину. Огненный дождь заставил людей в диком ужасе спасаться бегом. Россия, вообще, мне говорит, похер, я домой иду. А что, дождь огненный? Ну и хуй с ним. Текстом. По одной из версий, разряд вообще попал в металлическую просто конструкцию на крыше, и произошло вот такое жуткое явление. Это мужицкий дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Эй, эй! Тихо, спокойно. Парень по имени Франко, блогер-любитель, загрузил в YouTube ролик несколько дней назад, который вызвал шквал обсуждений по всему миру. Неужели ему действительно удалось заснять что-то поистине мистическое и зловещее? Давайте посмотрим. Гулять внутри заброшенного здания или рядом ночью всегда страшно. Особенно, когда ты встречаешься с различными странными совпадениями, а здание это находится посреди кладбища. Часто, когда люди идут исследовать такие места, они надеются даже уверены никого не встретить. Но парень по имени Франко встретился с тем, от чего он замер от страха и не мог ни говорить, ни двигаться. В одном из мест возле здания он поворачивает за угол и видит вот это. Итак, очевидно, он что-то или кого-то увидел, но когда он подходит максимально близко к статуе старухи, статуя реагирует на него и поворачивает голову. Очевидно, по реакции автора он думает, что это сидит женщина и ей, возможно, требуется помощь. На все его вопросы белая фигура не отвечает, но ее призрачный взгляд пробивает Франко до дрожи, и он просто начинает убегать. Hello? Ma'am. Do you need help? Do you need help? Да нет, я думаю, что просто этот, как его, обычная бабуля просто завтыкала статуя в ботинках, да. В чем здесь вообще статуя? Типа. Да нет, бабуля просто сидит завтыкала. Не, ну крипово, базару ноль. Yeah. Есть три варианта, что это может быть. Это очень жуткий призрак старухи, ожившая статуя. Либо это все типичная постанова. Или женщина навещает кого-то у могилы. Тогда почему она такая бледная? Но если это все произошло на самом деле, то после такого из дома выйти будет очень страшно. Не, ну крипово, базару ноль. Димку посмотрим, ребят. 15 лосей, завозите и посмотрим. Экологи обнаружили в местном пруду странную слизь, которая могла самостоятельно двигаться. Слизь. Оно очень напоминает симбиот из фильма «Веном». По словам ученых, белая слизь походила на ожившую кожицу от апельсина.
Странная находка вызвала переполох среди ученых. Многие из них попытались выдвинуть свои теории о происхождении слизи. Некоторые сомневались, что усики слизи движутся сами по себе, их могли задеть рыбы, проплывающие внизу. Однако на видео не видно никаких нарушений поверхностного натяжения воды, которое бы непременно создали рыбы. Один профессор предположил, что это могут быть кишки или нервная система существа, которая разлагается и все еще имеет некоторые автономные рефлексы. Но как такие останки могли попасть в пруд, остается загадкой. Возможно, это какая-то водная слизистая плесень. Как и симбиот из фильма «Веном», слизистую плесень можно измельчить, но она все равно срастается, вытягивая причудливые липкие усики. Еще одна популярная теория заключается в том, что обнаруженная слизь — это гидрофобные бактерии. Ой. Лё. Так вот пойдешь скупаться. Часто ли вы замечаете глюки в матрице? Это когда что-то аномальное, неестественное для нашей реальности происходит. Такое произошло совсем недавно с автомобилистом, который заснял поистине странный и пугающий момент. Автор этого видео по имени Армандо тянулся в пробке по трассе на своем автомобиле в городе Чино-Хиллз, когда он внезапно замечает абсолютно мертвую птицу, парящую в воздухе. Чего? Множество пассажиров и водителей видели то же самое, что и вызвало... Солевая. Осуждаем. У нас в городе такие же, знаешь, только не птицы, а типы есть, короче, да-да, у них ФПС лагает, и они, короче, такие встанут и все, и залипнут. Так что... Бурное обсуждение по всему лаги, миру. Лаги. Свидетелей этой аномалии много. Значит, это на 100% не фейк и никакой не монтаж. Все так, как вы видите. В любом случае, птица это или нет, это все еще похоже на что-то, что не должно просто парить в воздухе, когда абсолютно нет ветра и ясная погода. Веревкой этот объект не привязан, можно отчетливо рассмотреть. Это одно из очень немногих видео, которые я видел за последнее время, и у меня нет никаких логических объяснений этому явлению. Похоже, это просто мертвая птица парит над оживленным шоссе, нарушая все законы физики. Другого объяснения нет и не будет. Пакет мусорный. На видео засняли тощего монстра, выскакивающего из травы. В начале марта это видео было выложено на сервис TikTok. Спасибо, и с тех пор набрало более 6 миллионов просмотров. Многие считают его откровенным фейком, другие верят, что это реальный монстр. И те, и другие признают, что бы это ни было за существо, оно реально очень жуткое. Этот коротенький и традиционно мутноватый ролик состоит... Где стрим, блэд? Кто-то из подписоты, когда я стрим не запустил, пожалуйста. Странным существом в поле. Автор ролика выложил это видео в интернет и через неделю удалил по неизвестной причине. Остался маленький кусочек из полного видео, которое загрузили в TikTok. Видео, снятое из едущего в сельской местности автомобиля, в котором сидят и двое мужчин. Они ищут свою сбежавшую собаку со двора, разговаривают друг с другом. И два человек произносит последнее слово, как камера телефона фиксирует выскакивающее из травы с громким воплем нечто сероватое, тощее и высокое с длинными конечностями. Существо выглядит агрессивно и кидается в сторону людей, но ролик обрывается как раз на этом моменте. Из-за этого многие комментаторы считают, что это просто типичный фейк с использованием видеоредактора. Другие считают, что на камеру был заснят очередной мистический монстр-оборотень, который любит бродить по ночам. Так или иначе, за все время, пока никто это видео не развенчал как стопроцентную подделку. На Накера, да, кстати, похоже, Рейк или Накер. В любом случае, ролик получился на удивление с таким качеством, очень даже пугающим. А главное, вызвал шквал обсуждений не только в интернете, но и на телевидении. I thought I seen a big buck or something. Wait, stop right there. What is that? Is it a buck? What is that?
Ну хз, типа, скорее всего, какой-нибудь монтаж. Автор выложил загадочное видео на свою страницу Facebook. Видео вызвало у многих дикое удивление и даже страх. Поздно ночью над светящимся городом пролетел неопознанный объект, который уж очень похож на человека. Человек левитирует в воздухе. Чё? Взгляните на это видео. Что это может быть? Очевидцами этого явления стали сотни удивленных людей. Новость, само видео и догадки распространились по всему миру. Объект летит на приличном расстоянии от камеры, и его детально сложно рассмотреть. Но если присмотреться, эта штука как бы плывет по небу. Этот объект напоминает летающего человека, который движется довольно быстро. Но если вы сразу... Хотите, я вам покажу немного уличной магии? Дэвид Блэйн! Нет, пошел в жопу. Не заметили. А что это за штука? Может, камерой и светом? Бля, прикинь. Короче, космодесант высаживается на заднем плане. Там, я не знаю, корабль, захват города идет. Я не знаю, там, вторжение. Что, говорит, за пакет летит? Такие, да. Человек, наверное, летит. А я думал, сова, блядь. Там искажается здание или мост, а объект, летящий всего лишь вертолет, хоть не особо похоже. Это явление действительно тяжело объяснить логически, разве что компьютерной обработкой, хотя выглядит все естественно. А вы что думаете об этом летящем человекоподобном объекте, если его можно так назвать? Пишите в комментариях под видео. А, говорит, смотри, говорит, НЛО, да похуй, смотри, пакет летит. 13-летний Став Мейер вместе со своим шкила. Отцом и братьями отправился собирать грибы неподалеку от израильского города Кесария. Незадолго до этого в этом районе прошли сильные ливни, и семья решила, что настало подходящее время для сбора грибов. Во время поиска Став заметил торчащую из земли мраморную плиту. По словам мальчика, изучавшего в школе археологию, он сразу понял, что ему попалось нечто древнее. Мальчик нашел 1500-летний артефакт в виде плиты. Плита представляет собой часть надгробия с гравировкой на греческом языке. На артефакте сохранились слова «могила» и имя умершего «Анастасии» или «Анастасия». Предполагается, что артефакту более 1500 лет, и он датируется периодом, когда эта территория контролировалась Византийской империей, государством-правоприемником Римской империи. Школьник, возможно, говорил. Мальчик нашел не только фрагмент могильного камня, но и место древнего христианского кладбища. Раскопки в этом районе могут дать представление о богатой истории Кесарии. Нихера себе, откопал. А чем ты занимался на летних каникулах? Серия фотографий индонезийского вулкана Мерапи стала вирусной в сети. Кадры снял фотограф Гунар Тусонг. Подписчики и сам фотограф гадали, что за зеленый луч оказался удачно запечатлен на фото с выдержкой. На фото все выглядит так, будто из жерла индонезийского вулкана бьет яркий луч зеленого цвета перед самим извержением. Фантастическому зрелищу нашли логичное объяснение, хотя вокруг этого снимка ходила куча мистических предположений. Снимок был выгружен в социальные сети и быстро облетел весь мир. Были ли это инопланетяне или луч всего лишь искажение снимка? Долго это оставалось искажение загадкой. Снимка. Самое интересное происходило далее. После того, как луч исчез, вулкан проснулся. Фото попало исследователям. Они, возможно, развенчали миф по поводу пришельцев. На самом деле, непонятный луч оказался метеоритом. Это след от его падения, точнее магний в космической природе, который остался после метеорита. Фотограф просто... Ты вообще прикинь, какова вероятность, сука, падения метеорита ровно в жерло вулкана, после чего он начал извергаться. Вы просто себе представляете, какова, сука, вероятность того, что он попадет именно в жерло вулкана? Там, я не пойму, кто-то трехочковый, что ли, закинул?
оказался в нужное время в нужном месте. В то время над Мерапи проходили целых два метеоритных дождя. Нихера себе. Ребята, поддержите этот проект, эту рубрику паранормальной новости, Паразонт, чтобы я мотивировался постоянно создавать подобные ролики и... Родной, я мотивирую тебя на создание этих роликов. Да 30 тысяч лосей, уже пора новый выпуск делать. Короче, это, Зомби Чес, выпускай, мой хороший. Выпускай, потому что интересно, очень интересно. Лайкос, подписка, ссылка внизу в описании на оригинал. Естественно. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.